30 октября в России считается днем памяти жертв политических репрессий. В годы советской власти гонениям подверглись миллионы человек. По всей стране проходят памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. Символом той эпохи стал Бутовский расстрельный полигон в Ленинском округе, куда ежегодно организуют экскурсии библиотека поселка Новодрожжино. Абсолютно все наши читатели, спасибо им огромное, которые ежегодно откликаются, ходят туда на Бутовский полигон, но именно не в саму дату 30 октября, как правило, получается у нас либо в канун, либо после уже мы туда ходим, смотрим имена погибших, захоронения эти, и, конечно, до мурашек становится страшно и жутко. Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий до сих пор нет. По разным оценкам, число пострадавших доходит до 20 миллионов человек. Свыше миллиона были расстреляны. Основная цель мероприятия – это не ужас и скорбь, которая, конечно, первично не может испытывать любой нормальный человек, который там находится. А все дело в том, что нужно жить дальше, нужно помнить то, что было, и, несмотря ни на что, идти вперед, помня об этих страшных годах. На территории России более 300 мемориальных мест. Они находятся в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Казани и многих других городах. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».